Ребята, всех поздравляю с 1 сентября! Мы идем в школу! Кирюшка! Ура! Как раз на пороге нашей школы и желаю вам добра, мира и благополучия! Добрый день! Уже дома. Отправила Кирюшку в школу. Все, подарили учительнице цветы. Она спасибо большое сказала, ей понравились цветочки. Сейчас у них линейка была, классный час у них, и сфотографировались они там всем классом. Ну, кто был, у нас не все были сегодня почему-то. Классный час пройдет, он придет домой, и мы, наверное, хотим еще торт купить, отметить. А так-то они собирались с другом в кафе сходить вдвоем или втроем, они там хотели в кафе сходить. А мы-то дома тоже посидим, тортик съездим, возьмем. А фрукты у нас там немножко остались, еще, наверное, фруктов надо купить будет. У нас Кирилла что-то долго нет. Мы уже тут заскучали, сидим, переоделись. Вуня отвечает. Вот так вот. Позвонили несколько раз, он не отвечает. Ну, там не слышно, он, наверное, все-таки в кафе ушел. Ничего, пусть они гуляют. Пусть погуляет, раз хочется ему. Просто мы его сидим, ждем. У него ключей нет. Надо его дождаться, а потом уже ехать в магазин. Ребята, у меня пока есть свободное время. Я сейчас смотрю YouTube. Вот открыла канал. Называется Макс и Мама ТВ. Олеся со своим сыном Максом живут в Лондоне. Они записывают влоги о своей жизни в Великобритании. Они часто путешествуют, ходят на интересные мероприятия и вот снимают семейные влоги. Ссылочку на их канал я обязательно оставлю под видео. Переходите, подписывайтесь. Очень интересные видео Олеси. Всем советую. Мне действительно канал очень сильно нравится. Я подсела, сейчас смотрю как раз их и всем советую. Ссылочка в описании под видео. Переходите и подписывайтесь. Я был в кафе. Да, ребята, только что Кирюшка пришел. Мы его еле заждались. Поедем сейчас покупать торт, фрукты. Да, праздновать дома. Пиццу ел. А ты вроде еще катался? Да, на кушках катался. Хорошо время провел? Да. Народу уже много было. Как вы сели-то? Ждали. Ждали. Ну, ладно. Все, ладно, поехали в магазин. А Вадимка купил что? Семечки для птичек. Для птичек семечки купил. Сейчас пойдем еще фонтан, может, на фонтан, может, сейчас заедем, покормим птичек. Вадимка у нас сегодня в новой кофте. Найк, да, вот такая кофточка? А, вот там музыку опять слушал. Мы пошли птичек кормить вот туда на фонтанчик, смотреть, может, там голуби прилетят. Все, пойдемте. Это нам кофточку когда-то дарили. Кидай побольше. Вадик. Сухой. Вадимка, так ты брось всю эту горсть, брось. Нет, он понемножку. Все бросай, они все к тебе прилетят. Давай. Папа тоже пошел кормить. Кто хлебом кормит, кто семечками. Молодцы, детки. Ой, молодцы. Возьми, Вадик, еще. Покорми потихоньку. Я сразу всем просил. У нас вон фонтанчик работает. Ой, сколько. Кирюша тоже пришел. Папа, скажи, дай. Дай, скажи. Ну-ка, они к тебе пришли, потому что знают, что у тебя семечки в кармане. А ты возле себя положи, они подойдут? Я сам это хочу. Я буду. Давай папа будет голубем. Давай, корми папу. Корми папу. Папа, клюй. Клюй, папа, наклоняйся. Пол в ноги. Пол в ноги, клюй. Ой, не могу. Иди ко мне, Кирюш. Покажи, какой тортик. Пироженки взяли разные, фрукты набрали. Да. Все, мы уже приехали домой, заходим домой. У нас тут три пакета, все заносить будем. Сейчас покажу вам, что мы купили.
Сейчас покажу вам наши небольшие покупки, что мы взяли. Ну, деткам тут в основном все вкусненькое. Сейчас они отдохнут, и мы накроем стол, наверное, скорее всего, стол поставим маленький, и будем пить чай. Чай или сок, ну, что захотят. Мы еще просто на улице немного побегали. Так что они немного подустали, даже есть ничего не хотят. Смотрите, вот такое пирожное. Первый раз мы его взяли, называется пирожное-мороженое. В общем, мороженое, и еще какое-то там слово было добавлено. Там много всего интересного внутри. Торт называется трюфель. И еще вот такое пирожное загадка. Здесь у нас помидоры. Огурцы, да, если что, вечером салатик делать, либо помидоры на бутерброды пойдут. И вот еще скумбрия. Скорее всего, может быть, да, бутербродики сделаем горячие. Конфеток немного. Тут два вида конфет. И вот такие вот у нас чупа-чупсы на вес. Разные всякие взяли. Где-то еще синенький. Так, здесь нектаринки. Мы их очень любим. Тоже хорошо кушаем. Мандарины. Немножко взяли яблок, немного взяли и сок. Сегодня на него скидка была, мультифрукт. Стоил он 85, и сейчас он 50 стоит. Такой вот. Такие вот небольшие покупки у нас. Ребята, мы сейчас ждем гостей. К нам приедет Женечка с Дианочкой и с Яночкой. Юра за ними поехал с Вадимкой, а мы с Кирюшкой ждем. Вот накрыли на стол, у нас как раз мы торт еще не разрезали, поставили, фрукты положила, тут конфетки, горячие бутерброды сделали, сок, чай, кофе будем. Так что вот ждем гостей сейчас. Детки у нас поиграют. У Жени Дианочка пошла в 5-й класс, мы в 6-й пошли, а она в 5-й класс, на год нас помладше. Поэтому у них тоже праздник сегодня, вот мы как раз вместе отметим 1 сентября. Ну что, детки, мы вас поздравляем с 1 сентября. Спасибо. Спасибо. Хорошей учебы, да, вам, да. Отличных оценок. Чтобы нас радовали, да, Женечка? Конечно. Чтобы одни четверки, пятерки были всегда. Януся, ах она, Януся. Януська такая серьезная, да, скажи. Вот я тебе, Януся. Мне еще далеко. Да. Мне еще 6 лет до этого. А в следующем году. Вот так. Януся. Дианочка, тебе побольше, ладно, положу тортик? Я наоборот уже поменьше. Поменьше, а ты на диете тоже? Диана, девочки всегда на диете. Давайте. Всем тогда вам одинаково. Вадимка, тебе побольше или? Маленький. Маленький тоже, да? Лопатка. Где-то потеряла лопаточку. Все. Так, ложечки. А, где-то еще ложечки были. Вот. Ну еще давайте. Всем приятного аппетита, детки. Приятного аппетита. Кушайте, давайте. Бутербродики сначала съешьте. Вадимка, садись, садись тоже, садись. Садись. Стульчик, неси стульчик-то давай, неси. Неси стульчик скорее, мой хороший. Садись, давай, садись. Вот так вот. Подвину. Подвину вот так тогда тебе сюда. Все, давайте, что, берите бутербродики, будете кушать? Да. Давайте, кушайте, все, давайте, ешьте. Женечка, садись тоже. Она ушла, а у тебя где она ушла? Вот она! Вот она! Вот она пошла! Мои хорошие, ну вот на этом будем прощаться сегодня. Увидимся очень скоро. А сегодня всем говорим пока-пока. 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 Еще съездили в магазин в Мегу. Вот такие вот взяли сандалики. Это в садик взяли новые. Мы когда-то брали, но решили их оставить для дома. Вдруг еще тепло на улице будет. Пусть он бегает в них. Да, они уже такие запачканные вот здесь вот внутри. И поэтому мы вот новенькие взяли. Вадик пошел в садик. Да, сегодня первый день. Вадимка пошел на садик. Поздравляю тебя, мой хороший. Давай тебе удачи. Давайте, удачи тебе. Ребята, мы готовимся к дню рождения. И сегодня я заказала торт, машинку. Надписи там сделают. Вадиму напишут 6 лет. Я сейчас ходила в Лего Бум. Это развлекательный центр у нас. И мы записались на завтра. Завтра у Вадимки день рождения. И будем здесь проводить день рождения. Будут клоуны выступать, играть, развлекать их. Этот Лего Бум, он вот там находился. Вот видите, они раньше там были. У меня, у Кирюшки там выпускной был. Ему очень сильно понравилось. Мы решили день рождения тоже здесь отметить. Просто нужно с собой принести покушать. Торт, пиццу, сок.
Мы сейчас еще по дороге заехали, купили подарки Вадимке. Это вот у нас в садик пойдет подарок. Ну, типа от садика будет дарить. А это вот наш. Сейчас я вам покажу, пока его дома нет. Мы все успеваем сегодня делать, пока его нет. Вот такой. Сказали нам что-то недорогое брать. Вот взяли недорогое. Сейчас как-нибудь тоже в какой-нибудь пакет темный. Нужно положить и отдать воспитательнице. А это вот наш подарок. Мы уже будем его дарить в клубе. Лего-буме. Вот такая вот машинка, очень классная. Радиоуправляемая, с голосовым управлением. Авто с голосовым управлением. Вот этот браслет надеваете на руку, говорите ему, там приказываете, и все. И она ездит. Только что проверили. Так интересно, классно. Вперед-назад. Слово еще дрив, это вокруг она крутится. И там есть инструкция на русском, так что мы разберемся. Классно, быстрая такая мощная машина, вот заряжается от USB. Там даже батареек никаких не надо, вроде там аккумуляторы что ли стоят. В общем, вот такая вот машинка, ему понравится. Таких у нас ни разу не было. Я думаю, он будет очень-очень доволен. Все, к нам родственники придут. Моя подружка дочкой, родственники. И вот там хорошо посидим. Свои только свои близкие будут. Мы сейчас ходим по магазинам. Ищем, нам надо шорты, футболку и чашки. Чашки на физкультуру. Утром они занимаются, поэтому надо принести все. Сейчас вот пошли искать. Чашки-то точно здесь. Мы вчера босоножки здесь брали. Наши небольшие покупки в Меге. Взяли чешки, как нам надо было, шорты, такие вот черненькие, и джинсы увидела, нам понравились, померили на него, ему хорошо, я думаю, возьмем, пусть будут на день рождения ему новые джинсы. В новых пойдет. Они такие интересные, на резинке. Здесь вот тоже резиночка на резинке. Длина хорошо, ширина хорошо, они немножко тянутся, хлопок, вышивка здесь вот. Понравились хорошие джинсики.